А теперь улыбнулись все. Наина тоже. А мы не улыбались? Наина. Что, Наина? Подыграй мне. Вот остановись сюда. Смотри, ты махнешь мне рукой, короче, я за тобой как бы пойду. Давай, слышишь, это будет очень долго. Ладно, поехали. Ну что ж, уважаемые... Сегодня мы решили... Вальс для вас исполнили образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск», художественный руководитель Доброседова Лилия Ивановна. Уважаемые гости, здравствуйте! Искусство. Ведь литература вечная, никакие инновации не заменят ее. А пока с нами люди, которые поддерживают творческие порывы, наша республика будет процветать. Благодарим вас, что вы сегодня с нами. Ну что ж, а наш вечер мы решили, конечно же, начать с классики. Поэт, чье имя знают дети с первого класса, чьи произведения переведены на множество языков. Поэт, который не оставит никого равнодушным, Александр Сергеевич Пушкин. Русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления. Литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Мы благодарны ему за такой большой вклад в русскую литературу. И сейчас у вас есть возможность красиво и без стеснения прочитать строки одного из самых известных стульев. Вы видите, что, собственно, маски там лежали, вы их уже взяли в руки. А сзади этих масок написано произведение Пушкина. И сейчас... Да? Я думаю, мы начнем. Кто начинает? Или все вместе? Вы? Отлично. А давайте я к вам подойду. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Продолжаем. Милый порыв мятежный рассеял прежние мечты. Снег.
остановились на том, что вы закончили, да? Свои небесные черты. В глуши, во мраке заточения, тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Давайте продолжим. Не я, а кто? Давайте. В душе, как гений чистой красоты. Кто продолжит? И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Прекрасно! Давайте. Ну, а мы продолжаем наше мероприятие. И сейчас я конечно, хочу пригласить сюда одну группу. Она называется «Мама Луна». Будем мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой. Подождите, у нас что-то со звуком происходит. Плачет, как дитя, то по кровле отвечу стучи. Выпьем, добрая подружка, петрушка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица, тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица, за водой поутру шла. Развилки надпись нашел. Сделай свой выбор, в нем твой орел. Хочешь налево, а хочешь постой. Здесь нету правил, наш лозунг простой. Всегда твой выбор.
только твой выбор. Горечь разлуки, радостный смех, злость на соседа, обиженные чувства к подруге своей, месть за ошибку близких людей. Помнить о прошлом или забыть, и всегда твой выбор. Многое было. Что-то придет. Жизнь, как река, течет не вернуть. Есть только миг, о нем не забыть. В нашей прекрасной республике сказать, что я поэт, когда душа требует, я иногда сочиняю. И один стих из моего сочинения предлагаю вашему вниманию. Заманар маку, пуча хижамаха. قيغزانكم نوبدي بلجا نابدحيه سوشري جحاغر غاشو قد غشانو سيغناهو سيبقم خوابو أبلم غيشوج وجاجاما زأوخ قرجا ومقوفو زبخي زيقس خوكوفو زيقس أبخي سيحر يغجر Хузавачу кару гор сиатам, сиана, уинам напс из махагонт. Сху агану кару гор с хашатам, сиада, уйгу гуэхра, псори пшашискат. Фиехас хам капишан нас шатам, абляжи фухатам, сипсам свафу, фаршха, сападжинт. Спасибо. Так, как Юля сказала, у нас действительно по средам мы собираемся всех и участвуем, принимаем участие в обсуждениях стихотворений в поэтическом клубе, поэтому всех приглашаем в 18:30 всегда, рады видеть новых людей. Так, я хочу прочитать два своих стихотворения. Первое стихотворение я написала, ну, я жила и 8 лет жила, училась, работала в Санкт-Петербурге, а потом вернулась на родину. Писала, когда была в горах, и под впечатлением всей этой красоты, природы, я постаралась выразить свои мысли, свои суждения посредством стихотворений. От случайных ошибок интуиция спрячет. Ты ее, моя милая, не считай за удачу. В мире сосен их найдет. У вас был один предок. И глазами не надо все и сразу в той вечной войне за свободу и за тишину. Я в этой траве растворюсь, утону мимолетно и снова поспешно спускаюсь туда, где давно уже все доигрались. Только я вот чиста, потому вхожу и не каюсь. Отныне иначе совсем откликаюсь. Маюсь, лежу и думаю пораньше встать, чтобы что-то там в очередной раз себе доказать. Вечный маятник, а хотелось бы двигатель, раз уж так. Вовремя сон, воду с лимоном натощак. И все остальное, вычитанное, подслушанное, внушенное и заученное вовремя и не к месту, чтоб совпадало с жестом души и тела, тесно, чтоб не было одному в другом. Когда захочется в очередном угаре жить, дабы доволен был потомок твой и предок. И выстроилась и всех прочих, без таблеток. Спасибо, спасибо большое. А второе стихотворение я написала под впечатлением твоим самым стойким и лучшим из твоих мужчин. Через пару лет гляди и 51, не проморгай их, девочка, вот-вот появится волокордин. Хорошо, если только он один. Вспомни, как в свои 25 все еще боялась глядеть под кровать, а теперь стоишь у зеркала и опять. Щечная смерть.
каждой новой складкой у рта? Кто научил тебя так страдать? Любовь предков? Но одной из моих любимых хочется поделиться и эмоциями, и вообще самим стихотворением с вами. Вы помните. Вы все, конечно, помните. Лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре бытия, с тобой мучаюсь, что не пойму, куда, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вьюга я направил величаво, но кто из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяным. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быть, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным столом хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готовы тихать до Ла-Манша. Простите меня, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем, что ни к чему вам наша маята. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как возведет звезда под пущей обновленной сени. С приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. Советским поэтом, творческим наследием которого принадлежит 47 книг и сборников стихотворений. Лишенный с еще большим рвением и тягой к жизни продолжал писать и радовать своих читателей новыми работами. Эдуард Осадов писал стихи о любви. Ведущая Карина Благодарная. Турный светский вечер. И я прочту стих Эдуарда Осадова. Хотела выбрать про любовь, но этот стих меня зацепил до глубины души. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык, потоптался и ринулся в непогодь ночи.
В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам и сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, мы продолжаем. Очень важно прививать любовь к поэзии с ранних лет. Ведь оно развивает эстетический вкус, эмоциональное восприятие мира и позволяет творчески мыслить, правильно писать, читать и анализировать. Один из очень серьезных любителей поэзии сейчас для вас выступит. Это юный мини-мистер КБР 2018. Очень любит стихи Сергея Есенина, и сейчас их вам продекламирует Заур Барагунов. Исповедь хулигана. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным с головой, ваших душ безлиственная осень мне нравится в потемках освещать, как град рыгающей грозы. И только крепче жмут тогда руками моих волос, заросший пруд и хрипы звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дороги я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми. Так же бойтесь Бога и Бога. А теперь он ходит в цилиндре и в лакированных башмаках. Людьёт в нём задор прежней вправки деревенского озорняка. Каждой корове с вывески мясной лавки он кланяется издалека. И, встречаясь с извозчиками на почте, вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой ордень и в тишине ночной звенящий голос жаб. Там изгливый слеп, и бродишь по двору в очаг висший хвост, забыв часом, где двери и где хлеб. О, как мне дороги все те проказы, когда у матери, стянув крыху хлеба, кусали мы с тобой отразу, ни капельки друг другом не покрепов. Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки в ржи цветут в лице глаза, стены стихов звученые рогожи. Мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи всем вам! Спокойной ночи! Освенела по траве сумерек, зари коса! Но сегодня очень хочется из окошка вну! Сильный свет, свет такой синий, что в эту синь даже умереть не жаль! Ну и что, что кажусь я циником, прицепившим фонарь старый! Добрый заезженный пегас, мне нужна твоя мягкая рысь. Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя, словно август, льет с бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем. Сложно будет после тебя всем. Ну что ж, а мы продолжаем. Класс с книжками с урока. Видят, речка поднялась.
Любовь разлилась широко. Там, где недавно был каток, там бушующий поток. Речка сбросила мостки, вырвалась из плена. Все, я нынче пустяки, море по колено. Затопило огород, мчится по оврагу. По реке петух плывет. Ну, теперь ему конец. Он неопытный пловец. Но с волной перегонки вниз крутого ската мчатся берегом реки школьники, ребята. Они бегут к оврагу, вокруг ручьи чекут. Тяжелую корягу ребята волокут. Петух плывет куда-то, несет его вода. Сюда! Кричат ребята. Ни труда хлопотливо не свивает долговечного гнезда. Долгоночные ветки дремлет, солнце красное зайдет, птичка глаз боком немлет, встрепенется и поет. За весной красой природы лето знойное пройдет, и туман, и непогоды осень поздняя несет. Людям скучно, людям горе, птичка в дальние страны, в теплый край. За синее море улетает до весны. Всем добрый вечер. Очень странно, но продолжу его, наверное, я. Стихотворением собственного сочинения. Честно говоря, два раза в жизни читала свои стихи на 12. Покажи ему свободные степи. Он, конечно же, будет брыкаться, дескать, зачем вы надели мне цепи? Вы не слушайте, смейтесь вдогонку криком, руганью и восхищению. Пусть цыгане поют очень громко, и не будет надежды вообще ему. Он ослепнет от яркости красок, ненадолго, потом к колбу привыкнут. Этот воздух сорвет кучу масок, разорвет всю грудину на выкат. Босиком, ощутив крупицы под ногами, что землю слагают, он попросит водицы напиться, ошалев, что ручей предлагают. Осознав, что возможно такое, не крушить и ломать, и не резать, он попросит прощения за все это, что он глуп и всего лишь повеса. Ты простишь, но возьмешь обещание рассказать об увидении на красивую землю, что губит. Благодарю. Которая зазвучит везде, это большой труд. И сейчас Натуса Заева споет песню, автором которой является, Нату сейчас расскажет кто. Я хочу сказать слова благодарности организаторам за то, что привлекают все больше людей к такой культуре богатой у русского, балкарского, кабардинского и всех народов, в принципе, в целого мира. Говоря о своей песне, моя песня называется «Тауча Берча». Автором слов является Замира Жабоева, а автор музыки Анзор Хаупа, который, собственно говоря, и предложил идею с этой песней. И сейчас она для вас прозвучит. И если есть желающие, конечно же, могут потанцевать. Спасибо большое. И мы видим высокого молодого человека с зонтом, который стремительно идет к нам. Он подходит. Мы такие: хорошо, пожалуйста, читайте. Немножко, конечно же, сомневались. Молодой человек достаточно юн. Но вы знаете, мы после того, как он прочитал стих, побежали к нему, чтобы взять у него номер телефона, потому что стихи были очень интересные, глубокие. И сейчас мы решили пригласить его на наш вечер поэзии. И я приглашаю Абдулу Мирзоева. Абдулла, ты здесь? Давай, порази всех. Друг,
гуще, где-то реже, в бирюзовом плене. И над ней песчаном в камне солнечные блики, то покатья, а с высот лукаво смотрят горы-великаны, и друг другу в двигах вторят дружно ели мамы. Ветер жар песка впитав, мысли раздувает, и под видами дубра сердце в сердце тает. Ну а липы, липы-душки, сколки ломят ветер, многоликие подружки распустили плети. Все прекрасно, все как в сказке, жаль к Богу, обещаю посидеть, поболтать с тобою. Обниму я липу, обниму и ель, поцелую тополь, прилощу ручей, и горы-великаны, золотистый луг. Высоко возвышаясь к небу, один безмолвно грусть свою храня. Спешу навстречу, как спасению, впадая в грубые объятия, и тогда стану жить мечтами в капкане собственных иллюзий или лжи. Мое лекарство в том могучем великане, его объятия, его сила, его жизнь. Если вдруг под вечер запечалю, я буду знать, что в той пугающей глуши, размахивая кронами, ветвями, меня поймут и успокоят миражи. Спасибо большое. Я ведь обещала. Талант. После того, как мы выставили афишу, нам написало несколько горожан с желанием принять участие в нашем вечере поэзии. Я приглашаю Залину Шипшеву. Залиночка, вы здесь? Пожалуйста. Дезаракуш. Расом с цитрашима хуами. Фоджауик сакарачиш. Кахумиш житар затемуха. Сытым шуруй, фоджа уйк сакагачиш. Дишм и гашам запа аша, габлячахам уйм пцыш. Сбилась. Переживаю. Сейчас, минуточку. Сышуа уйжа гос шуама. Кысхуагыр, дезагакуш. Гашам сытқышымы хуами. Фуджа уйг сықағачыш. Кахуми житар затемуха. Угубжау умычыш. Сыну шауыр, сытым шуғы. Фуджа уйг сықағачыш. Дижми гашам запи. Фуджа уйг сықағачыш. Магор гашор, зимье межа, хума сасышыма эж, сифа еплю, сиха ужу, фыджа уйгу сакагаджыш. Вроде карнавала, и слабослышащих позвать людей. Скрипач все знал, о да, он мог фальшивить, мог даже не касаться струн смычком. Но он сыграл в глухом беззвучном мире, как не играл до этого никто. Им пела скрипка, а он оглушительнее овации не знал. Это, что он играл. Спасибо большое, Диана Кашежева. Дианочка, можно вас? Звучит очень талантливые ребята, брат с сестрой. Галактик Экспресс. Я думаю, они сейчас
взбудоражит ваше сознание своим исполнением. Давайте их поддержим бурными аплодисментами. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно находиться здесь, петь для вас, играть для вас. Сегодня прозвучало очень много красивых композиций в различных жанрах, и мы дополним этот пазл с таким жанром, как блюз. Поехали. Невозможно передать словами. Это лучше послушать. Включите нам, пожалуйста, следующую композицию.